Крым в соответствии с волеизъявлением людей, которые живут на этой территории, является частью Российской Федерации, субъектом России. La France. И знаете, чтобы было понятно совсем и совсем откровенно. Вот мы вели диалог с нашими партнерами, и с европейцами, и с американцами, повторяю еще раз, исключительно дипломатическими мирными средствами. Нам ответили на вот эти наши попытки вести диалог таким способом и договориться о приемлемых решениях, нам ответили поддержкой государственного антиконституционного переворота на Украине. И дальше у нас не было никаких гарантий в том, что Украина завтра не станет частью Североатлантического военного блока. Североатлантического военного блока. В этих условиях позволить, чтобы историческая российская территория с преимущественным этническим русским населением ушла вот туда,